Сейчас мы проделаем упражнение, которое называется «Несите свет в сердце». Вы преодолеете страх враждебности со стороны мира и людей, если просто будете нести свет в своем сердце. Враждебность может притянуться, если у вас внутри нет достаточно доброжелательного настроя, но вы можете переломить ситуацию враждебности, если создадите у себя такой настрой. Люди часто отражают друг друга. Один и тот же человек может быть разным с разными людьми. Почувствовав в другом враждебность, он будет враждебен, а почувствовав доброжелательность, будет доброжелательным. Попробуйте перед выходом из дома настроить себя на доброжелательность. Для этого надо прежде всего принять себя, примириться с собой, устранить какие-то внутренние конфликты, простить себе недостатки и промахи, освободиться от недовольства собой. Отнеситесь к себе с добром, тогда вам легко будет транслировать добро другим людям. Вспомните о том, что в глубине души все люди любят друг друга, какими бы масками ни прикрывалась истинная суть человека. Внутри он все равно божественен. Напоминайте себе об этом в течение дня. Каждому, кого встречаете, мысленно желайте добра и направляйте ему волну божественной любви от своего сердца. Не старайтесь выглядеть добрым и любящим. Главное, чтобы эта энергия была у вас внутри. Вы заметите, что вам будет встречаться гораздо больше доброжелательных людей. Вам легче будет находить общий язык с кем угодно. А если даже вы столкнетесь с недоброжелательностью, напомните себе, что это лишь видимость, а по сути этот человек тоже божественен и создан любовью, потому что в мире нет ничего, кроме любви. Все остальное – иллюзия. Общаясь с людьми, обращайтесь к их божественному началу. Тогда низкие вибрации просто перестанут вас касаться.